всегда говорил, что подобные мероприятия вдохновляют людей на раскрытие своего потенциала. Не секрет, что мы ведем в этом направлении работу, но вы данными мероприятиями оказываете нам огромное содействие раскрывать тот потенциал у людей, у осужденных, который мы еще не в полной мере раскрыли. Я считаю, что такие мероприятия надо проводить как можно чаще. Они помогают раскрывать скрытые таланты, где-то раскрепоститься людям, где-то показать свой внутренний мир. Тут те же самые художники, те же самые певцы. В общем, проводите такие мероприятия чаще. Спасибо вам за это. Данное мероприятие в большей степени раскрытие талантов. И, как сказать, показать народу это, что не только где-то там, например, за забором находится, но еще есть и в таких местах даже есть таланты люди, которые могут писать песни, рисовать, писать картины, такие вот, как, например, у нас. Снова через некоторое время после вашего уезда будут и новые картины, будут новые песни и новые, наверняка, свершения спортивные, культурно-массовые. Поэтому, проводя такие мероприятия, культурно-массовые, воспитательные, в учреждениях закрытого типа, вы показываете осужденным, что они не брошены, что они не забыты, что они такая же часть общества, пусть и лишены некоторых прав.